Всем привет! Это гибридная форма бурдака Александра Васильевича «Сенатор». Вкратце, что бы хотелось отметить по этой форме. Форма имеет функционально женский тип цветка. Ну вот, как можно наблюдать, опыление прошло чудненько. Гороха абсолютно никакого нет. Все в норме. Гроздочки, правда, не очень большие. Да потому что обрезочка у нас здесь коротенькая. Все грозди, все побеги с первой почки. Вот короткая обрезка, вот первая почечка. Вот такая-то гроздь здесь. Дальше идем тоже. Вот тоже первая почечка. Вот почечки первой. Что удивительно, в общем-то. Вот дальше тоже вот сучок с первой почки. И здесь вот на последнем сучке сразу две грозди. Вот. Дальше, значит, все катаклизмы природные, ливни были конкретные у нас, выдержал, ни одной трещинки нету. Вот. Цвет такой желтенький у него, для рынка подойдет хорошо. Ну и на такой вот обрезке грозди небольшие, так, до килограмма где-то. Это тоже для рынка то, что надо. Вот. Это прививочка, значит, прошлогодняя. Вот, была сигналочка, а это первое плодоношение.